Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Cold Zero. Холодный Zero, холодный нолик. Что ты тут? Сергей, надо договориться о новом месте встречи. Я выбрался со складов через старую шахту. Не знаю точно, где я, но... Так, а ты с чем его? Я знаю, где это. У старой шахты только один выход. Сейчас буду. Нормально Серега ладно, разговаривает по телефону. Здесь. По телефону разговаривает, да? Я с ним разговариваю, он стоит, курит, потом такой... А, телефон, да, точно. Привет, я знаю, где ты. Все, прошел. 5 из 5 нашел, прикинь. Дальше. Ёлки-палки надо было блядь, ну ладно. На предыдущую серию оставить. Ну, я же не знал, что там конец уже. Я думал, там еще сейчас выйдем, будем херачиться. Ну да ладно. Так, Cold Zero, я приехал домой. Мне нужно срочно к этому, к бармену. Не бармену, а как его называют, от оружейнику. Аптечек у него накупить 500 000. О, я дома, есть. Ты не поверишь. Привет, Сиськастая. Дон заплатил нам столько, что мы можем полностью рассчитаться с долгами. Так ты же говорила, что мы уже рассчитались. На счету даже осталось кое-что. Да? Неплохо. Можно подумать и о новом снаряжении. А может быть... Возьми столько денег, сколько тебе надо. Держу пари, тебе не терпится добраться до оружейного магазина. А где деньги? Загляни к Эдди. Он звонил, хотел поболтать с тобой. А, у меня 14 штук, и все? Да ты видала там цены, слышишь, женщина? Ты видала вообще цены? А, может, давай офис как-то перестроим? Я не знаю, такой срач, бардак, я не знаю. А что это? Да ладно! Отдыхать можно, смотри, жизни пополняются. Бесплатно! Охереть! А что я не знал до этого? А я аптечки тратил, прикинь. Сел бы вот так вот бы и под воду. Женщина, ну-ка повернись ко мне, что ты там тыкаешь в черный монитор? У тебя клавиатура вообще-то неправильно лежит, ты тыкаешь по столу просто, ты знаешь это, а и нет? Смотри. Или что это у тебя, клавиатура или газета? Сука, у меня там материнки, смотри, валяются или что? Блядь, системник у нее, конечно, вообще прям, ну, современный, самый современный маленький. А все, я отхилился. Отлично, смотри, можно отхилиться, прикольно. Так, у меня есть 3 гранаты. Гранаты я, наверное, пока что не буду тратить. Я просто их оставлю, ну, чтобы, может быть, как-то там будет приколюха какая-то. Так, побежали, потому что это... К Эдди зайти. Эдюха, ты где? Ты у нас в баре. Я сейчас сначала к ростовщику зайду. Где он тут? Потом к Эдди зайду, а потом уже к оружейнику. 14 тысяч, что-то не очень-то и много у нас денег, если честно. Что там, я пару пушек смогу... Что тут... у нас есть на этот раз? Прям ты что, какие у тебя там, блядь, деньги? Вот это все выкидываем. В принципе. Ну и все. До 200. За 200. А что у тебя аптечек-то нет, ты сука? Что, не завезли? Ты козел. Так, хорошо, где тут вход-то? Или я, как всегда, кругаля наверну. Я, как всегда. Я не знаю, где тут вход. Вечно забываю. А, привет. Ты тут автоматом работаешь. А, так Эдди, в смысле, этот хотел со мной поговорить, бармен, или же вот тот чувак? Джон, сколько лет, сколько зим? Ну, как жизнь? Потихоньку, помаленьку. Что новенького, Эд? Сегодня утром забегал один парень. Хотел продать очень забавную штучку. Какую? Мне-то без надобности, но я сразу подумал о тебе. Похоже, это одна из тех штуковин, что невозможно найти в магазинах. Хм, звучит многообещающе. Так что я рассказал ему о тебе. Он сказал, что его обычно можно застать на складе в порту. Может, заскочишь повидаться с ним? Вдруг его товар тебя заинтересует. Посмотрим. Спасибо за наводку. А... Ага. Надо к нему зайти. А этот что, дебил? Тут отдыхает, сука. Я тут, короче, за него горбачусь, а он, блядь, отдыхает, тварь. Так, оружейный магазин у нас вот здесь. Это, подожди, куда? Это вот так прямо. Чувак, привет, я тебе сейчас принесу кучу... Так, смотри, у меня есть модификатор на длинный магазин и этот длинный магазин, да? Два. Ну, в принципе, объем магазина плюс 20. Они, я так понимаю, в принципе, два штуки не нужны, если ты... Можешь снимать с той пушки, ставить на другую пушку. То какой смысл их два держать, правильно? Глушитель, длинный ствол. Это, в принципе, пускай все будет. Глушитель у нас минус 1, минус 1, минус 10. А это к пистолетам-пулеметам. Минус 20 шумности. Это, короче, надо их оставить. А вот это вот оптический прицел. Точность плюс 3.
используется с дорогими снайперскими винтовками. Но это, в принципе, не может не подойти. Тут точность плюс 1, тут точность плюс 3. Модификаторы. Ну, модификаторы, в принципе, пускай будут, да? Я хер того знаю. Так, чувак. У меня есть то. Да ни хера у тебя нет. Наверняка понравится. У тебя цены, блядь, тут пиздец. А ты... 475 граната стоит, ничего себе. МП-5, смотри, 3500, какого хера? Он, конечно, да, вместительный у него магазин, там все дела. А, но смысл, короче, это... Смотри, смысл с вот этого вот. Патронов-то мало, вот 100 патронов всего, почему? У тебя арсенал должен быть, капец-капец, а у него всего патронов. Херня. 90, 100 бачей. 100 патронов, 100 бачей. 115, что такое 115 патронов? Мне на миссию не хватит. Какие там еще 99-19? Так, Магнуму 7,62. 5. Ну это хрен его, к чему подходит? Шумность минус 2 у пули. Прикольно. Как понять, к пистолету или к автомату, что где куда? А в смысле я оружку эту не могу продать? Почему она ничего не стоит? Странно. Узяк, какие патроны использует? 9.19, ну вот. В принципе, покупать смысла ничего нет. Что это? Камуфляжный костюм, херня. Да с вашей скрытностью идите нахер. С вашей гребаной скрытностью. Она нихера тут не работает, так что на нее даже можно не акцентрировать внимание. Так, у меня 52.65, мне бы куда-то... Подожди, а почему пушки? А ну-ка, где этот чувак в порту-то? Сейчас я к нему заскочу, может там он что-то... Это... А как туда зайти? Где у вас вход тут в порт-то? Алло, тут закрыто. Подожди, а входа-то нет? А, вход через жопу, да? А вот тут. Вход через мой офис, что ли, почти. Вот здесь. Да иди ты вперед! Че не идет-то? Тут же есть точка. Че, нельзя, что ли? Ой, что ты делаешь? Так, а подожди, а как туда зайти? Что-то не понял, как на порт попасть. Почему он ты тут... А, там сетка, блядь, там закрыта. А на карте нет, ну там открыто. А как туда попасть-то? Дверь-то закрыта. Слышь? Откройте дверь. Как на порт попасть-то? Ха! Заметил, что тут нету сетки. Ну так нормально, без палева. Зашел, перелез. Всем все насрать. Так, чувак. Зайди внутрь. Блядь, зайди внутрь. Дай внутрь зайди. Хорош. Привет. Так я попробую догадаться. Ага. Ты Эдди, верно? Прикинь. Как ты догадался? Держу ухо востро. Я многих знаю. И что у тебя там такое? Я разбираюсь в оружии. Время от времени у меня появляются крайне забавные вещицы из особых источников. И что за вещицы? Ну, ты будешь? Я покажу, что у меня есть на данный момент. Давай, показывай, что у тебя есть на данный, блядь, момент. Вот этот, этот покупает, смотри. Отлично. Тут, короче, получается три вида продажи. Есть ювелир, обычный оружейник. Смотри, этот не принимает эти. И тот, что может купить не все, а тоже какие-то другие. Вот видишь, абсолютно не такие. Особые, так сказать. Чувак, я-то понимаю, что у тебя патроны тут какие-то такие специфические, но, блядь, 9.18? А мне нужен 9.19, блядь. Ну, это калашу. Сколько стоит калашу? 135 бачей, 50 патронов. Ой, я даже и не знаю. По 90 и 5.7. Ну, у меня по 90 и 5.7 нету. Мне реально не хватает патронов.
И аптечек, кстати, нигде нет. Калаш. Можно туре по 90 взять. У меня-то деньги есть. Хотя подожди. По 90. Блин, капец. Вот эти вот еще забеги по магазинам тоже веселая вещь здесь. Ну-ка, я сохранюсь. Слышал, вы продаете несколько интересных экземпляров из своей коллекции. Давай быстрее. Так, P90 и патроны к нему есть. P90. Так, вот. Да, 5.7. Ну, 5.7 у меня нету. А у тебя есть 5.7? Нет, у него 5.7, у него есть Desert Eagle. Ладно, смотри, я P90 купил, попробуем сейчас так. И сейчас пойду к нему еще под... Тут нельзя зайти? Почему нельзя? Почему только перелазить? Пойду, короче, патронов возьму. Вот это вот сюда. Патрончиков у него куплю к P90-очкому. Может быть. Ну, блин, он, конечно, будет выстреливать. Давай их как... Просто выплевывать будет. Вещичек. Давай быстрее. Так, патроны вот этот, да? 100 штук. Хорошо, патроны чуть-чуть есть. Немного, но есть. Пистолет, узяк. В принципе. Ну, хер его знает, короче. Нормально. Что у нас там по миссии? Торговец оружием, ростовщик, тролливали, бар Эдди, офис. Этот мне навел. А задание будет у нас сегодня, нет? Я типа сохранился. Типа. С P90. Ну, P90 он в ближний бой хорош. Хорошо шмаляет. Ну-ка. Джон, ты мне тоже нравишься, но сейчас тебе надо идти. Куда? Ты мне говорила, что куда-то идти. Я пошел, я скупился, я это самое поговорил, что там еще. На машине. Нет, не на машине. А что, куда? А чё, куда делать-то? Куда идти? А? В бар? Опять. К ростовщику мне не надо. Пошли в бар. Сходим еще разочек. О, тут лимузин, смотри, стоит. Нихера себе. Давай угоним его нахер. Эй! Удачьё. Этот покупатель подставил нас. Статуя была всего лишь утляром. Она была нужна только для того, чтобы переправить в страну новый синтетический наркотик. Новый наркотик под названием Cold Zero. Это кратковременное использование этого вещества приводит к смерти. Но перед этим люди сходят с ума. Правительство уже напало на след. Вещество в статуе было уникальным, так как его изобретатель унес формулу с собой в могилу. Должно быть, сейчас состав порошка исследуют, чтобы его можно было производить в любых количествах. Мы не должны позволить этому случиться, иначе рано или поздно копы выйдут на нас. Есть зацепки? Нет, мои люди держат нос по ветру, но... Минуточку. Тарарарам. Интересно? Да? Да? Это точно? Да, макароны сварились, иди и кушай. Хорошо. Сколько у нас времени? Да уже сварились, блядь, говорю. Они буквально, как это говорится, соскочили из катушек и хотят взорвать половину китайского квартала. Похоже,
уже крепко их накрыло. Полиция будет там с минуты на минуту. И ну, Альберт проведет вас сюда. Зашибись. Вообще зашибись. Прям четко зашибись. Прям нормально зашибись так. Как хороший наркотик. Зачем такой наркотик, если ты теряешь клиента? Зачем такой наркотик? Вот смотри, чувак нажрался, покайфовал, отошел, опять купил, нажрался, покайфовал, отошел. И так постоянно он у тебя покупает. А так что-то он купил у тебя, нажрался, закайфовал и сдох. И что это за бизнес, блядь? Это же невыгодный нихера бизнес. Еба! Опять херовая туча, блядь, придурков. Ладно, где мой по 90? А чё ты без патронов? Охерел совсем? Ещё и без патронов продает, сука. Глушак. А какой там потише, подожди. Этот дальнобойность, шумность минус 20. Минус 10, точность, дальнобойность. Да, вот этот лучше. Этот вот. Так, смотри, херовая туча народу, да? Ну ладно, P90, так P90. Патроны у нас там вроде есть. Более-менее. Интересно, как гранатами пользоваться. Да. Может, пекаль пока взять? Подожди. Может, пекулька будет получше с глушачком? Я не пойму, вон там он ходит три человека, да? А тут где-то стоит еще один. Может, они просто с этим, с как его? С пекалями? Ой, говорю, с пекалями, с ножами. Нет, они, сука, с пекалями. Видал? Какой я модный. Оп, тихо. Так, спокойно, музыка. А льется музыка. С чем это он? С хаклером. Смотри, с деньгами ходят ребята. Ой, патроны 45, спасибо, чувак, ты красавчик с глоком. Красавчик, просто четкий молодчик. Собака? Это собака? Или мне показалось? Ебать, собака. Она отображается на карте? Подожди, не пойму. Там реально... Так ее надо стрелять, что ли? Блять, вот это вот херово прям придумали. А ну-ка, где она? Она нападет на меня? Нет. Она просто бегает. Он сейл. А, и как мне их выманить? Хорош, ебашь его, ебашь, ебашь. У него патроны бесконечные. У него патроны бесконечные, прикинь, были. И с чем ты тут с эмкой? Нифига, и патроны, смотри, какая красота. Ну, эмка это эмка. Что это? ЮСАС 12 и дохерища класс оружия дробовик. И дохерища у него патронов. Ты видал, как он стрелял им? 59-65. Да все нормально, чё ты паришься? Ты видал, как он шмалял? Просто бах, бах. А там ящик, стоп, пешка. И не один. Блин, меня что-то эта собака прям смущает. Вот серьезно, она нападет на меня или нет? Чё это? Видеокамера. Ха, прикольно, бери. Продадим. Меня что-то эта собака прям смущает, я отвечаю. Так, а где вот эти чуваки? Подожди, где-то прямо. Ой, блядь, там кто-то идет. Да блин, такие собака отображается, значит она красная. Она красная, значит ее можно пристрелить. Но она на нее не нападает, значит. Можно попробовать. Чего попробовать? Можно попробовать. Так там чуваки сидят, открывай. Ой! Охереть, блядь. Они еще и пустотелые, да? Короче, загрузиться надо. Блин. Чайна-аун. А, не, Чайна-таун. Это было плохо.
Хотя подожди. Можно попробовать. Хорош. Тот того подбил, короче, чуть-чутка. Собака на меня не нападает. Это хорошо. Может, то, что она не сагрилась на... Ну, то есть я на нее не сагрился. А что вот здесь за чувак стоит? Ладно, он меня чуть-чуть подбил, сука, с калашом, что ли? С эмкой. Да они, блин, такие зрячие все. Прям пипец-пипец. Просто аж противно. Вот так идешь, а он такой херак разворачивается, тебе начинает стрелять. Ну, нормально. Так, вот собака, смотри, идет. Опять пошла. Сука. Ладно, я ее пристрелю, блин, потому что она что-то меня вот прям бесит. Извини, собачка, ну я не виноват, это разработчики так решили, что тебя надо было убить. Ой, аптечка, хорош. Броника уже почти нету. Часы. Часы, хорошо. Продадим. Окей, так, тут кто-то еще ходит. Где? Подожди, стоп. Вот, это собака. Сейчас чихну. Бляха! Ай, извиняюсь, спасибо. Ай. Собака у нас по кругу где-то бегает. И мешает. Не выстрелил чувак, значит, его никто не услышал. Почему у них ничего нет с собой? А, сука, дробовик дольше стреляет, чем пистолет. Во! Вот это нормально. Так, короче, давайте на этом закончим, потому что время я не хочу сильно долго задерживаться. В этой... Не то, что в этой игре, по времени просто... Блин, собака. Так, она меня не трогает. Хорошо, это хорошо. Что-то не трогает она меня. Ну ладно, я сохранился, в общем. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Call 0, 0, 0, 0, 0, 0. В общем, все, всем пока.